Здравствуйте, с вами Драйкар, это Принц Персии 4. Продолжаем идти вот на эту башню огромную, толстую. Блин, продолжаем проходить. В прошлой серии мы вот ту башню очистили. Да, вот то вот. Там не башня, конечно, там сады были какие-то. Там еще и загадка идиотская, которую я довольно много времени, кстати, потерял. Очень хорошее место выбрала. Красивое место. Я вам уже говорил, что это одна из моих любимых локаций в этой игре. Фу, повезло так как. Я вам это уже говорил. У меня смотрят в самой первой части. Поймет. Плита активна, но мы должны четко рассчитать время. Здесь была лестница. Сейчас ее нет, так что придется идти долгим путем. Четко рассчитывать время нам не придется. Я уже говорил, что эта игра, она очень облегчена. Даже, мне кажется, чересчур, поэтому нам рассчитывать время совсем не надо. Да куда ж ты падаешь-то? Он сам туда пошел, чтобы спуститься. Вообще правильно идем или нет? Что-то мне кажется, нет. Блин, вот это вот то, что он помогает, все или нет, мешает и время отнимает. Все-таки надо, наверное, вот так вот идти. Нам надо лезть до самого верха, так я понимаю? Посередине есть механизм, который отвезет нас наверх. Я пойду первым. Только не надо пялиться на мою задницу. Я чувствую, ты смотришь. Которая у тебя вместо головы? Другая. Я чувствую, ты смотришь. Лезь, давай уже. А до этого, получается, такого и не было, да? Блин, не туда. Я здесь, ради тебя. Ты сейчас сказал, что надо именно туда. Ну что, я так встала? Она тебе показывала, что тебе туда. Никуда в другое место. Готов? Важна каждая секунда. Сложного-то. Прыгнуть как тогда, когда это открылось. То есть, ты хочешь сказать, да, это, до этого таких похожих мест не было, да? Ну, как бы, если скажу, были и не раз. Вот так. Ну, так говорит, что, блин, как будто раньше так и не встречались. Кстати.
механизм доставит нас наверх. Вы с отцом сами вот так вот поднимались и спускались? Нет, стражники. Да, если бы я был королем, я бы тоже этим воспользовался. Ну и прочими благами. Близко. Элика! Тут еще стал бы. Зачем тебе принцесса? Когда твои будут стать королевой? Попробуй так со мной! Так слишком далеко. Как только нормальной дистанции, она подбивается сразу, как бы одновременно. Да что за камера? Вот опять как-то. Гадина. Я ж говорю, не здесь невозможно умереть. Даже когда меня сбросили. Использовать.
Еще один человек пал передо мной. Давай, давай, блин. Долго бьешь, да? Эрика, нет! Да ё-моё! Дойдешь же сюда? Не надо. Он сделал сам стремление. Это было долго. Мама, это случайно не ты? Она больше не вернется сюда. Принцесса против самозванки. Принцесса победила. Но чего же ты хочешь? А? Она предлагала исполнение мечты. Конечно. Вот только надолго ли? Я просто хочу выбраться отсюда, найти своего осла и вернуться домой. А ты? Чего хочешь ты? Чтобы все стало как прежде. Мы не сможем вернуться старым путем. Нужно искать другой. Другой, сначала мы должны вот сюда вот попасть.
подходит для красоты. Блин, это что такое сейчас было? Кажется, чисто. Готова к засаде? Ты в порядке? Да. Если мы сможем спрыгнуть на ту плиту, то доберемся. Необычно. Пожалуйста, постарайся не падать. Необычным путем. Мне объясни тоже наконец как. Последний из ахуров, их королева пришла умереть в зал коронации. Смешно, не правда? Жаль, что у вас совершенно нет чувства юмора. Можешь правильно встать ровно. Какой боли мне стоило попасть в это место и остаться здесь. Элика. Давай убираться отсюда. Никуда не выходите. Это уже новое дело. Называется. Те, что будут нам мешать иногда. Кусаются, когда ты за что-то держишься, они кусаются. Из-за этого можно упасть.
Уходите, уходите, пока не поздно. Спасибо. Начинается. Так, все, я тут. Я успокоил. Пока не ведь не надеюсь на это, что успокоил. Отойти. Ну да, это вообще не давалось сделать. Как будто вообще запрещено. Гадина. Я сказал, гадина. Вы сами все видели. Останавливайся.
спасибо. Ты все можешь. Это было непросто. Элика идиотина. Не владеешь своим разумом. Так, ну, сейчас лечим. Эти жуткие штуки. Мы еще встретимся с ними. И наложница тоже. Открылись третьи врата. Теперь мы сможем изгнать еще одного темного. Тогда пошли к воротам. Ну, давайте тогда изгоним. Или оставить этого босса на потом. Когда встанем сейчас у ворот. Дворцовые покои. Три больших зала на трех этажах. Наложница верно устроилась на самом верхнем. Есть способ узнать, что реально, а что нет? Доверься инстинктам. Тем же, которые затащили меня в этот бардак? Закон больших чисел. Однажды ты угадаешь верно. В следующей серии у нас будет вон на том самом верху сражаться с фиолетовой этой, с хвостатой женщиной. А на этом пока все. С вами был Драйгар, это Принц Персии. Тьма против света или свет против тьмы. Четвертая часть. Увидимся в следующей серии.